Друзья, я певец Сергей Любавин, мы находимся возле домика Михаила Юрьевича Лермонтова, великого русского поэта, где он прожил последних два месяца своей жизни, и куда бренное его тело после дуэли с Мартыновым с горы Машук привезли в этот домик. И вот интересно, вот эта терраса, которая находится сзади меня, по утрам в бытность здесь Михаил Юрьевич любил прогуливался на коне, скакал до горы Машук, возвращался сюда, и слуги накрывали ему чайный столик на веранде, которая находится сзади меня. И он писал свои произведения, и вот такая мысль из того самого романса, который в том числе и я исполнял, Анна Германова исполняла, и вот мы находимся под тем самым дубом. И эти строки, чтоб весь день, всю ночь мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленее, темный дуб склонялся и шумел. Как раз тот самый дуб, который Лермонтов видел, сидя на своей веранде, и он вошел в это стихотворение. Все как в жизни.